Сегодня в Карагандинской области, как и в других регионах страны, был дан старт году Ассамблеи народа Казахстана. В шахтерской столице церемония открытия прошла сразу в нескольких местах. Наша съемочная группа побывала во Дворце культуры горняков и во Дворце детей и юношества. Разнообразие костюмов, инструментов, блюд, танцев и песен, которые есть в нашей стране, сегодня было продемонстрировано во Дворце горняков. В торжественном мероприятии принял участие глава региона и председатель Ассамблеи народа Казахстана Карагандинской области. На праздновании была представлена выставка областных этнокультурных центров под названием «Один народ, одна страна, одна судьба». А фестиваль был наполнен множеством разных танцев, песен, игр и других развлечений. Для гостей время пролетело незаметно. Все отмечаем, как один народ, как одна семья, как одна страна. И огромную благодарность свою предъявляем, просвещаем нашему Казахстану, нашему президенту и всем казахстанскому народу. Программа праздника состояла из нескольких частей, посвященных 550-летию казахского ханства, 70-летию Победы, 20-летию Конституции Республики Казахстан и, конечно же, 20-летию Ассамблеи народа Казахстана. А во Дворце детей и юношества состоялась концертная программа «Татулық пен келісім» «Казахстан елі үшін». На сцене с концертными номерами выступили образцово-хореографические ансамбли нашего города. Сегодня в 11 часов старт мероприятиям, посвященным 20-летию Ассамблеи народа Казахстана, дает глава нашего государства. И в нашей Карагандинской области, в городе Караганде, одномоментно мероприятия проходят во всех крупных центрах, во всех крупных школах. И мы все будем причастны к тем событиям, которые будут проходить у нас в течение этого года. В 1995 году у нас был создан уникальный институт Ассамблеи народа Казахстана, аналогов нет которому в мире. И я думаю, те мероприятия, которые будут проходить, они будут нас больше сплачивать. В ансамбле «Волшебная страна» занимаются танцами дети разных возрастов. Они участвуют как в республиканских, так и в международных конкурсах. В этом ансамбле преподаватели учат детей быть толерантными и относиться с уважением к каждому участнику коллектива и вне его. В ансамбле Дворца детей и юношества «Волшебная страна» занимаются около 400 человек. Это дети 25 национальностей. Живем дружно, весело и счастливо. Сегодняшние празднования в нашем городе прошли в атмосфере, пропитанной уважением, терпимостью и гордостью за нашу страну. Год Ассамблеи народа Казахстана торжественно объявляется открытым. Айгерим Бухтаева, Жанайдар Рахимжанов, Владимир Иванюк, 5 канал.